Короче, Лера спрашивает меня, о чем будет мой блог. Или влог. Влог, скорее. Вот, я не определился. Не знаю. Ты как думаешь? Я у тебя сложно. Так, ладно. Еще раз всем привет. Меня зовут Павлов Максим, и это будет мой канал, блог, влог. Я буду рассказывать о своей жизни, о проектах, о том, что происходит, какие достижения, какие, наоборот, факапы происходят в моей жизни. Поэтому это что-то новое, это тяжело. Вот, поэтому буду стараться вас радовать, показывать в целом, ну, общем и целом, как говорит Алексей Щербаков, что будет происходить. Буду рассказывать про хореографию, буду рассказывать про стиль, про кроссовки, буду рассказывать про музыку, про видеопродакшн. В целом, все абсолютно то, что я делаю. Поэтому увидимся.